Жители Азербайджана готовятся к Наврузу. Сегодня празднуют вторник земли. В этот день в домах зажигают свечи по числу членов семьи. О других традициях расскажет Нигер Золина. Во вторник земли принято дарить добро. На площади фонтанов открылась благотворительная ярмарка. Бакинцы спешат за подарками и лакомствами. Сабина предлагает покупателям национальную пахлаву. Готовила сама. Вторник земли обязательно на каждом столе должны быть национальные сладости. Я даже называю его праздником шакербуры и пахлавы. Чтобы привлечь удачу, надо есть много сладостей. Еще одна традиция – украшать хончу – праздничный поднос. На него выкладывают круглую лепешку шоргугал. Она символизирует солнце. Шакербуру – символ полумесяца. И пахлаву – символ огня. Это дело доверяют младшим девочкам в семье. Вечером мы устроим соревнование, кто съест больше сладостей. Это только кажется, что можно скушать все. На самом деле после четвертого кусочка наедаешься. Без чая азербайджанских сладостей много не съесть, тем более после сытного ужина. Ближе к вечеру за праздничным столом собираются родственники. Рассказывают веселые истории и пьют чай со сладостями. Праздник заканчивается у костра. Через него нужно перепрыгнуть 3 раза со словами «Пусть мои беды сгорят в этом огне». Нигер Золина, Нармин Аббасов, Хикимат Гуламов, Мурат Гусейнов, Мир 24.